Добрый день, с вами Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Toyota Corolla Fielder 17 года выпуска, гибрид. Имеет двигатель бензиновый объемом 1,5 на 74 лошадиных силы, а также электродвигатель на 45 кВт. Имеется спойлер, резина в отличнейшем состоянии, хромированные ручки, а также кузов окрашен в белый цвет в родном окрасе автомобиля. Перейдем к салону. Здесь у нас тканевый салон, 5 посадочных мест. В отличном состоянии салон, не прокурен. Имеется мультимедиа, климат-контроль. Также у нас есть мультируль. Есть система предотвращения столкновения. Есть предотвращение выезда с полосы. Также электропривод зеркал. Система АБС, вспомогательная система торможения, помощь старт-горку, точнее подъема в горку. Автомобиль оборудован полным электропакетом и имеет пробег 158 тысяч километров. Автомобиль в прекрасном состоянии. Давайте посмотрим.